Твери прошло заседание нового созыва Общественной палаты города. Повестка была посвящена организационным вопросам. В разговоре также принял участие глава администрации Алексей Огоньков. В состав Общественной палаты Твери пятого созыва входят 30 жителей столицы Верхневолжья. Кандидатуры 10 из них предлагает глава города Алексей Огоньков, а процедура отбора 20 представителей общественных объединений проводит Тверская городская дума. Надеюсь, что мы вместе будем с вами генерировать новые идеи, новые мысли о развитии и становлении нашего любимого города. Задач у нас очень много во всех сферах, начиная от реконструкции, там, строительства дорожной инфраструктуры, строительства социальных объектов, очень большая программа в сфере благоустройства. На первом заседании выбрали председателя общественной палаты. Ее вновь возглавил предприниматель и общественный деятель Вадим Рыбачук. Заместителем стала Екатерина Глебова, председатель Совета ветеранов Центрального района. Секретарем в новом созыве избрали зав. Отделением областной больницы Екатерину Парамонову. У нас есть и представители культуры, и представители зоозащитных организаций, спортсмены, представители образования, медицины. Мне кажется, созыв должен быть очень удачный, судя по тем людям, которые вошли в состав общественной палаты. Следующее заседание городской общественной палаты состоится уже на следующей неделе. На нем будут сформированы профильные комиссии.